Приветствую всех на канале. Посмотрим, что у нас по ссылке. Так, по ссылке у нас джеки, переходники, адаптеры. Так, сначала я хотел собрать такой переходник сам. В принципе, это легко. Но посмотрел на Алиэкспресс, стоит копейки и стоит ли заморачиваться, да? Тут что хорошо, подписаны все каналы, да? Левый, правый. И земля, левая, правая земля. Часто бывает, потом мучаешься определять, время теряешь, определять, какой именно провод к чему относится. Поэтому это очень удобно. В основном для усилков, чтобы можно было подключать, можно будет подключать разные устройства самодельные, либо конструкторы, либо еще как. Вот, для тестирования и так далее. То есть очень удобная и необходимая вещь в практике радиолюбителя. Посмотрим, что у нас по ссылке. О, по ссылке у нас джеки. У меня было, я покупал джеки, но они какие-то металлизированные, крупные такие, мощные. И жалко их вроде как использовать. Часто нужно ремонт сделать. И соответственно, вот, ну, вот эти места разные у джеков портятся на наушниках и на других устройствах. Вот, поэтому я решил... что просто купить и готово, и все. Ну, в принципе, тут все спаять легко. Сделано это, наверное, из жести, потому что очень дешевое. Так оно и есть, видите, я же жестяная все это дело. Но, как практика показывает, работает это дело у китайцев все равно. Вот. И если не попадает под воду, в принципе, довольно долго может работать. Глянем, что у нас по ссылке. В посылке у нас джеки, причем посмотрите, какие необычные. То есть один джек к другому намертво присоединен вот так. Казалось бы, это нафиг не нужная вещь. Но я хотел такую штуку сделать и голову уже ломал над этим. Но случайно на Алиэкспресс наткнулся на готовое. Зачем мучиться, значит, заниматься вот механическими работами, тут довольно-таки серьезные. И получится, не получится. А вот для чего я задумал. Вот недавно я на 3D принтере распечатал вот эти вещи. Вот, очень удобные, нравятся мне. Вот, все хорошо. Но дальше идем. Потому что тут у нас выход джек на колонку сделан. Так, по задумке. Вот. И тут у нас, что получается, вход тоже джек. Вот. Но чтобы механических дополнительных у бумбокса, но в данном случае это не бумбокс, это тестер. А в будущем я буду на 3D принтере обязательно создавать бумбоксы. Вот. И у меня возникла такая проблема, как стыковать бумбокс с этим. Можно, конечно, сделать монолитный, но это как бы не очень интересно, потому что все-таки вращать колонку, либо ее отсоединять, удалять и так далее. Все это в бумбоксах интересно. Но механика тут, механические работы предвиделись колоссально. И тут идея в голову пришла, что можно сделать это проще. Вот такую штуку я сначала задумал, хотел сделать ее, чтобы с этой стороны джек и с этой. И потом все, соединяем и разъединяем хорошо, легко, да? И потом можно вращать между собой, то есть колонку там туда-сюда. Все прекрасно работает. Для, естественно, бумбокса нужно две такие, левая и правая колонки. Соответственно, вот я их купил. Вот, так что будем потом проектировать. Чтобы посмотреть это, надо подписаться на канал, иначе пропустите, как у меня это получится. Кроме того, я думал, вот эта часть, некрасивая часть будет торчать. Но можно с помощью конструктивно сделать, углубить его, чтобы он заходил внутрь. И, соответственно, все будет решено прекрасно. Глянем, что по ссылке. Так, по ссылке у нас... Ну, покупал я, тут подешевле был, а это такое, когда два джека соединены между собой. Вот они заклеили так сильно. Так, тоже джек, который соединен с двух сторон. Вот, я думаю, даже может она откручивается. Не, не откручивается. Вот, также можно проверить с помощью тестера, работает, не работает.
Но я думаю, все прекрасно работает. Тут вид у него получше будет, чем вот этот дешманский. Но и цена будет пострашнее. Так, глянем по ссылку. Глянем по ссылку. И в посылке у нас вот такая странная конструкция. Необычная, да, покажется. Но для чего это я прикупил? Вообще-то хотел такую штуку тоже сделать самостоятельно, чтобы раздвоение. Во-первых, в самолете, чтобы с подружкой как бы смотреть кино вместе. Это я заметил, ставишь планшет или смартфон и не можешь смотреть вместе, потому что кто-то слышит, кто-то нет. Такая штука пригодится. Это раз. Второе. Такой тестер я собирал, да, тут тоже может быть и подключить и динамик, и одновременно и какое-то устройство, индикатор, допустим, уровня сигнала, да, тоже возникает проблема раздвоения, да, сигналов. Но еще один момент, я хотел ремонтировать наушники, которые почему-то у них одна часть, сторона ломается, вторая нет, но лень. Паять, разбираться, там, перепаивать, это все равно время и так далее. И вот думаю, что можно взять один наушник, у которого с правой стороны не работает, подсоединит в одно гнездо, а тот, который с левой стороны, и у меня получится вот такой, как бы быстро экспромтом изготовленный наушник. По-любому такой адаптер будет полезный, не дорого стоит, так что пусть лежит среди всяких других адаптеров. Вот, и в любой момент можно быстро его применить. Спасибо всем за внимание, подписываемся на канал, будет много чего интересного в будущем, будем все это применять. Пока!